Всем привет! Вот так вот выглядят наши арбузы на 2 июля. И здесь уже не поймешь, где какой сорт. Они все поперепутались, попереплелись. Но это уже как бы не важно. Все-таки важен результат. Хоть какой-то арбуз, да, вырастет. И вот они начали потихоньку завязываться. Нравятся такие маленькие арбузики. Будем под них подкладывать деревяшки или что-нибудь, потому что дожди идут каждый день, жарко, чтобы они не начали гнить. А здесь в таких дебрях ничего не найдешь. Ну, самый большой это вот такой мы нашли. Но он еще совсем маленький. Расползлось уже. Сажали мы на пленку. Ну, как-то она у нас неровно прилегает, под ней растет трава. Также посадили мы дыни. Дынь. Много цветков. Вот такие маленькие еще тоже дыньки совсем. Останутся, не останутся они. Вроде завязываются. Там тоже посмотрим. Прищипнули над 5-м листом. И вот так вот они попоразрослись. Также у нас на этой полянке здесь тыквы. Вот такие уже. Но тоже еще не видно маленьких тыков. Листы большие, хорошие.